продюсерский центр «Пустая трата времени» и рекламное агентство «Пальцы врозь» при поддержке ЗАО «Коммерческий банк Откат» представляют. Где я? Этого места не было на карте. А куда ведет эта дверь? Неожиданно. Привет. С лавки поднялся высокий тощий парень. Одет он был не в рясу, а в штаны и рубаху. В свете луны, едва проникающем через маленькое забранное решеткой оконце, можно было различить лишь светлые волосы в беспорядке, спадающие на плечи, острый подбородок и приметный своим размером нос. Я рад гостям. Как отсюда выйти? Это я хотел у тебя спросить. А тебя здесь что, силком держат? Родственники упекли. Небось, наследство не поделили. Можно и так сказать. Выведи меня. Лара протянула ему руку, и парень вцепился в нее, как утопающий за соломинку. Рывок, и незнакомец оказался в коридоре. Ты добрая, но глупая. Больше глупая, чем добрая. Эй, давай без оскорблений. Я ведь только что помогла тебе. Наверняка на келью были наложены чары, запрещающие покидать ее в одиночку. Вот парень и не мог выбраться, даже когда дверь открылась. Тогда и я помогу тебе. Если хочешь спокойной жизни, откажись от работы, которую тебе предложит Седой. Что? Эй, подожди! Кто ты такой? Что за бред ты несешь? Тише, тебя услышат. Подожди! Черт, пора уносить ноги.